Всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, а мы находимся в Майнкрафте, Versus Burking, новый горизонт игры Теха. И продолжаем проходить данную сборочку. И я пока вот сам еще не определился, чем пунктуально заниматься, но давайте просто пройдемся по заданиям. Может быть, они нас к чему-то и приведут. В сторону конденсаторов я пока не пойду, потому что нужно очень много вибраниума, и здесь вообще 2000 батарейки требуются, поэтому точно сейчас мне не до этого дела. Зачарователь. Я не знаю, как делается, если честно, стол зачарования. Рецепт мне не показывает, видимо, как-то через магию что-то, но мы в магию еще с вами не вдавали здесь. Здесь, кстати, зачли все мои инструменты, даже поломанные, это хорошо. Но здесь также предлагают 4 кристалла взять и их ставить, грубо говоря, эти модификаторы в... Ну, короче, усилить просто и сам меч, кирку и все в этом духе, но, блин... Не знаю, как-то не хочется просто так отдавать кристаллы, но если припрет, то хорошо, а так пока без разницы. И здесь мы с вами начинали сломанный спаунер и электрический спаунер. Давайте вот им и займемся с вами. Нам потребуется кристалл края, 2 штучки. Чтобы его сделать, нам потребуется вот эти кристаллы вибрирующие и плюс эндермены, то есть душ эндермены. Так, мы вот как раз с вами получали вот эти... Ну, точнее, сами крафтили вот эти флаконы для душ. И вот тут у меня есть несколько, вот как раз Андермен. Здесь у меня зомбаки даже есть, тоже возьму одну штучку. Так, и нам потребуется 2 кристальчика. Давай, открывайся. Что-то у меня колесико перестало работать. Неудобно. Я обычно привык... А, еще, кстати, забыл совсем. Нам левел нужен будет с вами. А левел сможет нам дать вот эта штучка. Так, это 1, 10... Ой, не в ту сторону. 20 уровней получили, я не помню, сколько там просто для крафта нужно. Может, если нужно, сейчас еще пойдем сделаем. Так, в итоге кристаллы и душа эндермена. Отдаем 20 XP. Крафт пошел. Шикарно, значит, все-таки 20 левелов. И еще возьмем 20-ху. У нас 20-ха, а здесь всего лишь один левел. Отлично, мне нравятся вот эти, знаете, расценки. Ну, по факту, да, там просто, чтобы левел получить, там гораздо больше нужно потратить. Так, не зомби, эндермен. Хорошо, пока это заготовили. Что там еще нам потребуется? Любая рандомная голова. Dark Seal Plate. Solarium. Ну, давайте начнем с этого. 2 Solaria и Dark Steel. Темная сталь. Раз, два. Solarium, вот он. Тоже две возьмем. Теперь раскатаем это все дело. Хорошо. А, так, еще смотрим, что дальше. Зомби Фрэнк. Нифига себе. То есть нам потребуется зомби-контроллер. Плюс 1 миллион РФ и плюс 10 левелов. И душа зомби. Вот не зря все-таки взял флакончики. Ой. Блин. Ну ладно, подождем. Так, что нам еще потребуется? Кстати, вот, у меня зомби-контроллер есть. Это вообще прекрасно. Так, пока вернемся сюда, закинем тебя. И проверяем, как у нас там дела с кристальчиками. Блин, это долго. Это только второй, и нам еще будет зомби-контроллер сам улучшить. Давайте сейчас это все закончится, я к вам вернусь. Ну что ж, все докрафтил. И давайте уже соберем наш спаунер. Так, отверточка мне нафиг тут не нужна. Так, во-первых, опять же нам потребуется корпус. Вот электрическая сталь есть. Оболочка из стали тоже есть. И конденсатор. Все верно? Конденсатор, да. Корпус механизма есть. Так, зомби Фрэнк снизу. 2 кристалла снизу по бокам. Соларий где-то тут. Ты тоже здесь. И сломанный спаунер. Нет, не так. А в чем я ошибся? А, голова крипера. Сломанный спаунер здесь пока что вообще не к месту. Ну, сори. А чё? Голова зомби не канеды? Сейчас скелет вижу, игрок, зомби, все канает. Пластинки неправильно поставил. Бывает. Электрический спаунер готов. Объедините со сломанным спаунером в наковальне. То есть мы их соединяем и потом можем, грубо говоря, призывать там кого-то. Интересно, очень удобно, не скрою. Так, четвертый тир, сумочка, ладно. Здесь что у нас?
Инверторная панель? Ух ты! Интересно, зачем она нужна? Так, нам потребуется зомби-контроллер, пульсирующий кристалл. Давайте их сразу поставим на изготовку. Нам потребуется, блин, пульсирующее железо, вы серьезно? Ну вот, как я его не люблю, надо, знаете, заранее наготовить его гораздо больше. Хотя сейчас у меня пылик-то много стало, точнее, глаз эндера, поэтому нормально. Эндерперл, да, просто эндерперлы, редстоун и железо. Ну давайте тогда запасемся этим сейчас, в данный момент. Так, давай 15. Тебе тоже 15 возьмем. И 15 эндерперл. Я сейчас на это дело все потрачу. Да, 15. Это дохера. Ну, я могу себе позволить. Я был молодец, когда взял и пошел подставал. Отправимся в мастератор. Потом, после этого, мы закидываем с вами миксер. Он красивенько уже стоит. Хотя, давайте уже закидывать. Крафт пошел. Как раз вот с двоечками, микросхемкой. Нормально. Еще. Это дело мы можем уже по факту пойти и отправить на обжарку. Но это займет, конечно, определенное время, как всегда. Но а куда без этого? Я вот не знаю, какой мне спаунер лучше поставить. Наверное, по факту, любой другой, мне кажется, тоже поставил бы, как я сейчас думаю, спаунер эндерменов. Но, блин, не забывайте, что у нас... нам нужно будет как-то убивать... и доставать звезды. Я пока не знаю, каким макаром на этой сборке это все происходит. Поэтому нужно будет разобраться с этим. Поэтому пока спаунер ни с чем соединять не буду. Но он пригодится мне, это однозначно. Итак, смотрите, 45 слитков получится у нас, грубо говоря, да? Так, и давай посмотрим, с какой жидкостью его там смешивают. А, с кислородом. Неплохо. Кислород-то кислород, знаешь что, закидываем. 11 микросхемка, все верно. И все. А нам осталось только дождаться. И давайте еще раз глянем, что нам еще от нас тут еще попросит. Улучшение дистанционной осведомленности. Ух ты. Етить, колотить. Силикон, это всегда. Связующая труба, серьезно. Так, нам. Давайте сразу начнем, наверное, с глаза эндера. Так, нам придется взять один рот и перемолоть его. Окей. Потом глаз. Так, еще раз гляну. Силикон сейчас возьму. Тебя тоже нужно найти. И электрическая сталь. Одна штучка. Электрическая сталь. Одна. Так, насчет микросхем. Все фигово. У меня их нету. Надо будет докрафтить сейчас. Ну, не проблема. Сделаем. Так, и силикон, силикон, силикон. Раз, два, три, четыре. Сразу ставим тогда сюда. Тут мы забираем с вами огонечек наш. И в химреактор мы это все дело отправляем. Так. Так и так. Крафт пошел. Довольно так быстренько, бодренько. Две микросхемы все-таки нужно будет получить. Это дело, наверное, буду тут получать. Так, давайте посмотрим хотя бы, что тут есть у нас. Я даже не переживаю за счет того, что захожу, открываю там маленький процентаж. Падает, так что ничего страшного. Так, пластик, да? Вот ничего помимо этого у меня не завалялось. Смотрим здесь. Ну давайте сделаем. Сейчас секундочку гляну, какие тут еще раз микросхемки нужны. Да они сюда. Ну я понимаю, Dark Steel, вся фигня. Кстати, а что я с тебя буду делать? А, понял. Понял. Ну, открывайся. Так, смотрим. Кстати, продвинутую схему тоже канает. И вот нанопроцессоры тоже канает. А, не, нанопроцессор это совсем другое дело. Я тоже подумал, типа это до желтых что делается. Ну, смотрите, могу их сделать. Вот таких желтых, да? Но они делаются из таких. Такие тоже нужно будет скрафтить. Вот таким макаром. Кстати, почему бы и нет? Капаситор, транзистор, резистор. Ах, сколько созвучных, это жесть. Так, ты нужен будешь? Ты нужен будешь. Там у нас уже есть схема. И осталось только уже по мелочи докидать. Транзистор. Койл, не койл. Так, чего тут еще нам может пригодиться? Ладно, еще тебя возьму.
Транзисторы, резисторы. И что-то еще было, да? Раз, два, три, четыре, пять. А, нет, все нормально. Уже 5 есть, и последний у нас уже находится в самой машинке. Ой, как меня заносит тут. Так, теперь проверяем. Нет, где-то ошибся. Хе-хе. Ну, бывает, бывает. Так, смотрим. Ну, вроде бы вот этот стоит у меня, да, все верно. Здесь резистор. Капаситор. Тьфу ты. Извиняюсь. Иди. Да, бляха-муха. Вот. А, это... Подождите, Smile Coil. Такое ощущение, что это совсем другое. Потому что там название было совсем другое. Smile Coil. Чё-то тут не то. Возможно, там просто указано то, что у нас... Мы еще ни разу с вами не крафтили. Но тело будем потом перекрашивать по-другому. Потому что, видите, капаситор это написано. Давайте тогда прощелкаем. Да, нужна нам микросхема, да? Ну да, капаситор, понял. Желтый, оранжевый, синий. Так, ну закидываем, короче, капаситора. И крафт пошел. Отличненько. Итак, из этих микросхем данных мы будем с вами крафтить дальше микросхемы, более лучшие. Давайте посмотрим на это дело. Нам потребуются смайл-койлы, что там были на улице. Вот они. То есть схема. Сами чипы. Микросхемы. Ладно. Smile Coil. Red Alloy. Memory чипы. И капаситоры. То есть ничего такого трудного. Вот эти койлы были здесь у меня. Все остальное здесь у нас уже должно быть. Того, пока у нас. Вот, кстати, пока это. Да, блин, пошел крафт. Ну ладно, давайте тогда сделаю чуть больше. Сейчас еще один разочек. Еще одну микросъемку создадим и будем уже совмещать. Нам придется резисторы поменять. Так, все, крафт пошел. Тебя. Так, это тоже уберем. Ставим. Все, смотрите. Вот те самые желтые процессоры, что сейчас... Что я делал тогда без вас, теперь я хотя бы их создал и показал вам, как это вообще делается. Как это муторно, как это геморно, это капец. Ну что ж, все компоненты готовы. Можно уже и крафтить, разумеется. Так, нам требуется, во-первых, сделать через монитор. Там, дисплей или что-то типа вроде в этом духе. Так. Там потребуются нам микросхемки. Я, кстати, скрафтил вот такие микросхемки. Они как самые первые используются, но крафтятся в разы дешевле. И мне это более-менее понравилось. Так, смотрим, как дисплей крафтится. Сверху он стоит, и здесь проводочек. Хорошо. Кстати, вроде тиновский проводочек. Так, и нам осталось только отверточку добавить сюда. И дисплей готов. Неплохо. Теперь. Нам нужно будет еще скрафтить верхушечку. Вот этот глаз с гайкой, да? Так, вроде там у нас уже давно все закончилось. Вот оно. И давайте расставлять. Потом две микросхемки идет. Сверху связующий фрагмент. Электрическая сталь снизу. И силикончик. Отлично, готово. Теперь все остальное тоже расставляем. По бокам у нас темная сталь. Дисплей посередине. Два пульсирующих кристалла по бокам. Монитор не нужен, это точно. А вот снизу что? Блин, забыл. Понял. Голова зомби. Отлично. Готово. Ух ты, улучшение дистанционной осведомленности, серьезно? 8 штук? Мне то есть потребуется... Бляха-муха. Да вы серьезно? Ну не смешно же. 8, вы понимаете, 8. Твою мать. То есть мне 8 глаз. Ну ладно, сделаю. Но тут мне просто потребуется несчитанное количество вот этих микросхем. То есть как минимум мне нужно будет скрафтить 16 их. 16. Капец. Так, как с тобой играть-то вообще? Куда тебя крепить? Ух ты. Сетка создания не в сети. То есть к трубам я могу приконнектить. И он будет это все чувствовать.
Вау, шикарно, шикарно, не спорю. Вот такая портативная, знаете, ME только через Ender.io. Дает определенный доступ к инвентарям через улучшение. Светку создания. Шикарно, шикарно. Но я этим пользоваться пока что точно не собираюсь. Первый раз, кстати, вижу это красиво. И смотрите, какой бронь нашел. Печать души. Да, это шикарно тоже. Вот, буду с этих шмоток снимать все эти книжечки. Ну, делать книжечки, печать души делать. И буду зачаровывать свои шмотки. Вот такие дела. Ладно, давайте пойду докрафчу так эти микросхемки. Это займет немало времени. И сразу с вами продолжим. Ну что ж, наконец-то я доделал микросхему. Даже слегка сделал, если честно. Но все-таки ресурсов ушло на это дело немало. И давайте уже докрафтим. Только я забыл взять связующий элемент. Вот как раз у меня осталось немножко. Его ставим сверху. Электрическую сталь снизу. Микросхемы по бокам. 16 микросхем за эту херню давайте. Вы не представляете, как меня жаба душит. Так, и здесь, видимо, чуть-чуть не хватило. Щита вот из меня еще тот. Это точно. Блин, все мои капаситоры, все, вообще все, то, что у меня было, и все извел на микросхемы. Это капец, если честно скажу. 18 микросхем, это много. И сейчас у меня сильная просадка вот по ресурсам. Так, ну давайте все равно это докрафтим. Почему ты поставил сюда? Ладно, с ручками. Да почему ты сюда вставляешься? Не понимаю тебя, как ты это делаешь? Все. 8 улучшений. Крафтим. Блин, жесть. А это капец. Детект. И нам дают еще одно улучшение. И серебряный сундук. Ух ты. И еще здесь. Вот это поворот. Вот вы что выбрали бы? Серебряные сундуки. 4 штуки. Улучшения вот эти дистанционные. Либо 16 предметных труб. Из этого всего я возьму предметную трубу. Потому что они капец как крафтятся. Серебряные сундуки, если нужно, я сделаю. Но они нафиг не нужны. Да и улучшения как бы тоже не особо важны для меня сейчас в данный момент. В итоге здесь тоже у нас конец. Это, конечно, печально. Потому что пока некуда двигаться, если честно. Ну уж. Если только, знаете, так побочками позаниматься. Вот давайте хотя бы вот сделаем тогда задание. Оно все висит. Мне это покой не дает вообще никак. Так, нам потребуется 8 стали. Сразу отправляем. Дальше, что там еще нужно? Large Plastic Fluid Pipe. То есть, все-таки полиэтилен. 6 штучек. Давайте это все расставим. Так, сверху молот. Снизу ключ. Все верно. Блин, чертов хаммер. Теперь ждем тебя. И можно сказать, что комплит задания. Детект. Потом нам нужно будет супер танк сделать на 400 тысяч. А, на 4 миллиона. Нихера себе. Огромный. Так, ну это будет изи по факту. Только нам тут нужно пульсейтинг айрон, да? У меня как раз вот... Мы как раз с вами его сделали. Это хорошо. Алюминька у меня уже лежит. Помпочка по факту должна здесь быть. Помпочка есть. Все. У нас уже все должно быть на готове. Я не помню, как там что стоит. Поэтому пока что на обум расставлю. Помпочка... не помню, сколько алюминия. 4 или 3. Вообще, ладно. Посмотрим, так проще будет. А, 1. 4 микросхемы. Ух ты. Ух ты. Так, убираем так. Одна. Да, пульсетинг всего лишь один должен быть. Я что-то почему-то больше подумал. И 4 микросхемы. Супер танк на 400. На 4 миллиона готов. Награду дают сумочку и трубы. Ну и все, наконец-то здесь тоже тупик. Это хорошо. Вот если смотреть здесь, смотрите, у меня здесь есть растительное масло. Ну, задание, все остальное, экстрактор сделал, все есть, по факту я могу это делать. Но я сейчас пока занимаюсь селекцией и скоро растительное масло буду с грядок у себя собирать. И биодизель, ну, как масло получится, я сразу из масла сделаю себе биодизель, так будет профитнее. Здесь на трубы, ну, это, конечно, капец.
трудные крафты, дорогие, пока что не касаюсь их. На блок конденсатора не тоже не касаюсь, потому что там кадмий. Вот этим мы займемся с вами на стриме. Почему бы и нет? Ну, здесь мы тоже пока не пойдем. Охрана мне пока не нужна. Конденсатор то же самое. Здесь я не знаю, как зачаровать, ну, сделать стол зачарований. Ну, а здесь, ну, пока не знаю, тратить или не тратить, вообще, как это действует. Надо будет посмотреть. Ну и все, собственно. Комплит. Это печаль. Нам нужно будет с вами доставать звезды. Обязательно нужно будет доставать. Потому что дальше мы не сможем пойти без звезд. А нам их нужно 18. То есть, по факту, можно черепа доставать из сушителя, да? Призывать и убивать. Но не знаю, хватит ли или нет. Может быть, через магию как это делается лучше. А хотя, магма крем, блейз паудер. О, незер страдаст. То есть, грубо говоря, мы адскую звезду что-то должны сделать. А, ну а там про сгустки магмы было написано. Мы, грубо говоря, в катализатор его дробим, да? Потом... Подождите, там несколько пыли получилось с одной звезды. Получается, что можно вырастить еще... Ух ты! Типа такое умножение дает. А что за Sailed Mondus? Он получается из сбалансированного кристалла. А сбалансированный кристалл... Это в каком-то тигеле. О, магия. Народ, нам нужно заняться магией. Видимо, на стриме мы будем ей заниматься. Будете подсказывать мне... Я с этим вообще ни разу не играл. Вы будете меня учить, помогать. Ну, не учить, но все равно что-нибудь мы сделаем. Ну, надо достать. Звезды это святое. Так что, наверное, займемся на стриме с вами вот этой веточкой. Поэтому обязательно приходите на стрим. Буду вас всех ждать. Надо развиваться. И да, на стриме мы еще с вами сходим в этот... В Twilight. Все-таки давненько нужно туда было заглянуть. И вот, заглянем с вами, побегаем. Поэтому те, кто играет, тоже приходите, вместе будет веселее побегать по Твилайту. Осталось, конечно, мне разобрать тут все, что у меня в карманах лежит. Ну да ладно. Четвертая сумка, третья сумка. Третью мы сейчас, наверное, обменяем и откроем. Вот как раз. Поехали. Кристалл дали даже. Ну... Микросъемки фигня. И еще. Blue Alloy кабель. Что? Это что такое вообще? Blue Alloy Nugget. Ни разу такое не видел. А это не то. Для чего вообще ты нужен? И из чего ты крафтишься? Мне просто тупо интересно. Из чего создается это? Так, стопудово гет здесь. Это сильвер плюс электротин. Понятно. Ну, ясно. Ну, ладно, пусть лежат проводочки. Может быть, когда-нибудь пригодятся. Но хотя не факт. Для чего, кстати, вот эти нужны были? Давайте почитаем. Позволяет инвентарным панелям присоединиться к сети, находить и извлекать предметы из инвентаря, независимо от режима трубы. Не нужно менять режим труб на извлечение. Такое. Это, знаете, если вот к этим всем блокам я подключу вот эти все свои кондуиты, мы с вами повесим на стол, ну, на трубу вот этот сам блок управления, и мы сможем и крафтить, и вытаскивать из сундуков. Ну, то есть, знаете, такая миниатюрная МЕ-сеть. Ну, не знаю, если нужно будет, конечно же, воспользуемся ей, либо если даже не здесь, где-то в другом месте. Вот. Надеюсь, вам понравилась серия. Обязательно вы ее оцените. Ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто это еще не сделал. А с вами был Милтон. И встретимся с вами сегодня на стриме. Всех жду. Приходите.